За наши страдания, дорогая. В мире не найдется столько виски. Ширли, что сейчас пишешь? Повестушку. Называется «Не твое собачье дело». Нас пригласили пожить тут пару дней, пока не найдем дом. Но Ширли иногда находит. У нее был срыв. Я прочла вашу повесть. Что ты здесь делаешь? Она показалась мне восхитительно мерзкой. Знаешь, каково это — иметь тайну? От режиссера фильма «Мадлен, Мадлен». Что ты задумала? Гипнотизирующий. Что скажешь об этой девушке? Простовато и немного вульгарно, но почему бы и нет? Чарующий. Ты мне нравишься, Рози. Не выдашь меня? Замечательно дерзкий. Мы с тобой будто в шотландской пьесе. На грани безумия. Что же грядет? Удивительно изобретательный. Видел, как они переглядывались. Уж он бы с тобой поразвлекся. Даю тебе 3 секунды. 3, 2, 1. Феноменальная игра Элизабет Мосс. Ты все же посмел. И что будет с твоей ненаглядной героиней? То же, что со всеми пропащими девушками. Они сходят с ума. Ширли. Скоро на экранах.